«Цветочный патруль» или «Великолепная восьмерка» вышла на дорогу к Кызылам. В преддверии главного весеннего праздника сотрудники госавтоинспекции и юные инспекторы движения начали проводить поздравительные акции. Так, сегодня возле городского ЗАГСа автоледи ждали инспекторы ДПС, но на этот раз с поздравительной речью и тюльпанами. Мы сегодня не будем спрашивать у вас документы, не будем проверять документы, а хотим просто вас поздравить с наступающим Международным женским днем, пожелать вам всего наилучшего, чтобы вы всегда были окружены вниманием и заботой. И удачи на дорогах. Госавтоинспекция региона, не изменяя традиции, на протяжении нескольких лет проводит данную акцию. Как отмечает начальник регионального ГИБДД Андрей Светышев, даря тюльпаны, инспекторы ДПС еще раз напоминают автолюбительницам о правилах дорожного движения. С каждым годом у нас все больше и больше становится женщин-водителей. Они, конечно, намного аккуратней управляют автомашиной, хоть и бывают у них какие-то оплошности и огрешности, но они никогда не водят машину агрессивно. Поэтому мы желаем, чтобы поменьше каких-то происшествий происходило именно с автоледи. Кроме сотрудников полиции, вместе с теплыми пожеланиями, юные инспекторы движения дарили дамам за рулем самодельные открытки с традиционной восьмерочкой и бумажные тюльпаны. Также участники акции, в частности сами дети, призывали дам быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД.